Европейский суд признал несоответствующим правовым нормам ЕС венгерский закон, запрещающий финансирование неправительственных организаций. Венгрия незаконно ввела дискриминационные и необоснованные ограничения на пожертвования из-за рубежа организациям гражданского общества, сказала судья Росарио Сильва де ла Пуэрта. Тем самым она нарушила свои обязательства по статье 63 договора ЕС и статьям 7, 8 и 12 Хартии фундаментальных прав Европейского Союза. Венгерские неправительственные организации стали обязаны декларировать пожертвования и гранты в размере более 24 тысяч евро и публиковать признания о них. Данный закон, предложенный правительством премьер-министра Виктора Орбана, был утвержден венгерским парламентом в 2017 году. В то время Европа переживала наплыв беженцев. Будапешт решительно возражал против того, что они легко пересекали границы. Он утверждал, что нелегальную миграцию поощряет своими капиталами американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос. Берлинский сотрудник фонда Маршалла Германии утверждает, что в результате применения закона пострадали и крупные благотворительные организации, и небольшие группы. «Их публично назвали и опозорили», — сказал Даниэль Хегедюс. «Такому обращению подверглись не только венгры. Это могло обескуражить иностранных доноров». Представитель правительства Венгрии сообщил, что она принимает это решение Европейского суда. Берлинский политолог отмечает, что так страна реагировала на критику и прежде. «Не вижу причин полагать, что это судебное решение вызовет фундаментальные изменения в политической динамике Венгрии. Теперь неправительственные организации смогут получать финансирование из-за рубежа, не извещая об этом венгерское правительство. Но оно вряд ли согласится принимать и размещать в стране ее долю прибывающих в Евросоюз мигрантов».